Добра вам, люди. Добра и удачи. Чтобы, не дай бог, вы никогда с вашими питомцами не нарывались на недоумков, что изображают из себя ветврачей. Так, ну так выглядит кот. В общем, я его замотала. Сейчас поведем в клинику. Это история о коте. Мы назвали его Тайфун. И своей жизнью он заплатил за непрофессионализм, за жестокость, за бездарность врача, которому попал в руки. Этот врач работает в клинике Ветздрав города Чехов. И история эта на ваше усмотрение, вам судить. Днем раздался звонок и сказали, что в подъезде лежит кот, которого покусали собаки. В Чехове замечательные волонтеры. Очень легкие на подъем, мобильные. Я очень рада, что мы начали сотрудничать, потому что помощь от них идет просто неоценимая. Было решено вести в Ветздрав, так как там делают большие скидки для волонтеров. И я доверилась девочкам. Но сначала сказала, чтобы заехали на Маркова в клинику и сделали снимки. Надо было оценить, есть ли у котика травмы, может быть, ребра, может быть, лапки. Снимки сделали. К счастью, переломов не было. Внутренних кровотечений тоже. Были небольшие раны на теле. Но мы решили, что этот осмотр мы проведем уже в клинике Ветздрав. И отвезли туда котика. Кот находился в шоковом состоянии. Когда ему померили температуру, она была 34. Поговорив с врачом, кота оставили. Отдав снимки и все на свете. Все, что у нас было с клиники Маркова, оставили также в клинике Ветздрав. И уехали. Единственное, что девочки расспросили, что коту будет делать, сказали капельницы. Обязательно капельницы, очень медленно, чтобы поднять ему давление. Котик поступил в клиническим очень плохим. Температура 33. Раневые поверхности незначительные сверху. Скорее всего, раны не свежие. На данный момент он уже получил антибиотик, обезболивающий, инфузионную терапию. Более-менее стабилизирован. Так, можно я вас переверну? Котик. Сейчас. Ну вот он уже хоть двигаться начал, вышел из ступора. Рентген вы не видели? Рентген видела, вон. Нет внутреннего кровотечения по рентгену. По рентгену не похоже на внутреннее кровотечение, переломов нет, но рентген такой. Так, а почему тогда эта температура? Смотрите, вот. Угу. Так, ну что, тут забрить же все нужно, да? Да, но я пока его, я же обезболила, ну, только обезболивающее начало действовать. Сейчас забри, это очень похоже на гематому. Ну вот он хоть двигаться начал, до этого он сидел в ступоре. Температура не поднялась, не верю. Поднялась, да, температура поднялась, да, до 36. Угу. Получил микроэлементы, витамины, гордокс. Угу. Сейчас будем забриваться. Угу. На следующий день я внезапно получила сообщение. Валя, кот умер. Его кастрировали, но он не выжил. Ребята, я была, сказать, ошарашена. Я даже не знаю, что сказать. Я просто спросила, что значит кастрировали. Кто позволил кастрировать полумертвого кота, приехавшего в клинику с температурой 34. Я дозвонилась этому врачу и спросила, кто вам позволил, на каком основании. Мне начали нести какую-то ахинею, что да его там коты, вернее, собаки кастрировали, да я решила, что так надо. Но, ребята, посмотрите внимательно видео осмотра этим врачом кота. Когда она говорит, ну, все нормально, ранки поверхностные, а в паху у кота просто гематома. Я не знаю, ребята, что сказать. Я просто не представляю, каким тупым, что ли, надо быть, чтобы взять кота, у которого температура ниже средней, положить под наркоз, под на операцию. И чем вызвана эта срочность операции? Ни кровотечения, ни переломов. Но его просто добили этим наркозом. Ребята, я не знаю, что сказать. Тайфун умер. Хотя у него был шанс.
был шанс, смотрите на это видео, чтобы сейчас она не говорила, та, что его зарезала, у него был шанс выжить. У него не было смертельных показаний по ранам, по переломам. У него был просто шок от страха. Он замерз и хотел есть. Все, что ему надо было, это его надо было осмотреть нормальным, понимающим врачом. Я разослала нескольким врачам видео и разослала вот эти показания. И в один голос мне три врача сказали: она что, идиотка? Я не могу больше ничего сказать, ребят. Я призвана их спасать, а не отвозить их в руки убийц. Они имеют право жить и имеют право... Извините, ребята, я очень расстроена. Я просто безумно расстроена. Я вчера наревелась и сегодня не могу. Ну почему? Почему вот эти бездари лезут во врачи? Я понимаю, что у нас нет денег, и мы пытаемся искать дешевле клиники, пытаемся выпросить какие-то скидки. Ребята, но попадая вот к таким бездарям, мы убиваем животное своими руками. Я призываю вас всех об этом задуматься. В России сыр в мышеловке очень страшен. Очень. И за нашу доверчивость животные, те, которых мы хотим спасти, платят жизни. А у нас, ребята, очень много раненых. И если в клинику, где профессионализм выше, хочется попасть, то не хватает денег. А идти туда, где делают вот такие привлекательные скидки, ребята, это страшно. И что делать? Я твердо знаю, что в Ветздрав я больше никогда не обращусь за помощью до тех пор, пока там работает этот врач. И решение принимать руководству этой клиники, нужен ли им такой урод, непрофессионал, тупой и жестокий, нужен ли им такой врач.